Три часа понадобилось Евгению, чтобы прилететь на своем аппарате из Днепропетровска в Житомир на ежегодный авиационный слет имени Сергея Королева. Это первый летательный аппарат Евгения. Он называет его чем-то средним между самолетом и вертолетом. Третий год, и, наверное, это навсегда. Потому что, расскажу по секрету, сидел, думаю, чем заниматься, чем заняться? Мотоцикл купить или еще чем-то, или под воду дыхнуть, думаю, чем заняться? Авиация. Это самое лучшее, что есть. VIP, элита. Поэтому именно выбор, и это оправдано, что это самое лучшее занятие, которое можно придумать. Это гирокоптер или гироплан. Или автожир даже по-русски. Жир настоящий, если так пустить. Это авторотация. Самолет, который летит в авторотации. Самолет нельзя назвать между самолетом или вертолетом. Это что-то наподобие среднего. Автожир, безусловно. Он, скорость средняя у него, крейсерская, где-то 160 до 70, максимальная 185. Дальность полета 4 часа, либо 600 километров. Может зависать, разворачиваться на 180 градусов, садиться в точку без пробега, при хорошем встречном ветре взлетать через 3-5 метров. Комфортная высота 700-800 метров, 500 до 800 метров комфортная высота. Вы сюда прилетели из Днепропетровска, прямо в Житомир? Скільки часу? Три. Три години полет. По прямой 540 километров получилось. И съел он топливо в среднем где-то 17 литров в час. Скільки коштує приблизно таке задоволення? Ну, надо рассчитывать на 80 тысяч евро. Обычно выходные в пятницу, суббота, воскресенье. Когда настроение есть, сидишь, смотришь, хорошая погода, класс. Еду я как полетаю. Полетал, тут часик, отчасик. Уже седьмой год подряд на территории аэропорта Житомир проходит праздник малой авиации. В этом году политическая ситуация в Украине помешала прилету некоторых участников из других стран, а также жителей восточных областей Украины и временно оккупированной территории Украины Крыма. В этом году на авиаслет собралось 64 участника, и праздник состоялся, не помешал даже кратковременный дождь. Вместе с пилотами на их суднах смогли прокатиться на Житомиров и много желающих. Далее без комментариев. Да, бывает. А тут уже барон.